Всем привет! С вами Марат Якфаров, и это Gorilla Style Wars International Final 2023. Короче, Gorilla Style Wars в этом году отличается тем, что у нас появился новый формат в туре, это Jams. Мы проехали 6 городов, 5 стран. Очень большую работу команда сделала в этом году. Мы остались на той же площадке, но мы ее немножко поменяли. Мы добавили еще один ряд трибун, чтобы больше людей смогли смотреть. Сдвинули всю сторону балкона, чтобы с балконов было все видно со всех частей. Олицетворение наших стилей в этом году в визуальном изображении показано через такую метаморфозную кляксу, которая принимает определенную форму из-за характера танца. 6 проекторов бьют в танцпол, чтобы собрать одну вот эту вот кляксу. Организация просто уровень топ. Я обожаю Gorilla Style Wars, я обожаю Funky Events. Вообще, ребята большие молодцы. Gorilla Style Wars для меня это как праздник. То есть это как будто бы у меня второй день рождения. Судьи каждый раз все интереснее и интереснее. Я восхищаюсь MC, которые ведут это мероприятие. Мои уши ловили кайф от того, какую музыку играли диджеи. Музыка. Для меня сегодня музыка, и вчера это был просто вообще вынос мозга. И Джосеф Ву улыбался, когда типа всем нравится трек, Джосеф Ву такой. Да, он типа, ну не на басу, да. Короче, играл, да, такое. Типа с кайфом. Gorilla Style Wars — это танцевальный баттл, поединок, 4 стиля. Первый день — это 1-1 в одном стиле. Судья выбирает 2 финалистов, которые попадают в его команду. На следующий день финалисты с судьей образуют команду, готовятся, и стиль бьется против стиля. The format for Style Wars is very, very interesting. We have to judge, and then we have to be strategic about, okay, when we dance, what's happening, what we're doing, and it's a back and forth kind of thing. So for me, it's interesting. It will be challenging, but I like it. When you represent B-boy, for me, it's like the origin old school music. When you have the popping, they represent the second school style. And when you have the hip-hop, represent for me the third school. And you have the crump habit, like represent the fourth school. That was really good to meet all that different energy and to see what we can do with it. This is pressure rules, because each side dancers have to be better. I think it's gonna be crazy. Танцевать против разных стилей. В команде еще прикольно, что объединение с судьей. Вот лично для меня это, конечно, будет супер экспириенс. Хочется отстоять достойно честь брейкинга, потому что это истоки, с этого все начиналось. Подготовим рутинки, все будет по красоте вообще, пушечка, ребята, по-любому. Зути-зут, волк, кальмиус выиграют завтра. Я думаю, что мы себя достойно показали, сделали красиво, навалили стиля. Несмотря на то, что у нас времени на подготовку не было, к сожалению, непредвиденная ситуация случилась, и по какой-то причине судья не смог присутствовать. Мы позвали к себе Даурена, чтобы на равных биться 3-3, потому что это баттл финальный. И, конечно же, он на спокойном может заменить Гринтека, потому что уровень танца Даурена европейский. То есть это высокий очень уровень. Что могу сказать я о Данон? Пришло ее время, она врывается в элиту, так сказать. Она просто-напросто на правильном пути. У нее была жесточайшая сетка. Она схлестнулась со всеми топами и дошла до финала. Марк Грузер для меня первый вдохновитель. Там, мне нравится его построение, его лексика, крампа и эмоции. То есть он что-то делает, посмотрел, поменял эмоцию. Это очень круто смотрится. И это неожиданно. То есть ты не ожидаешь, что будет там джеб, либо армпин какой-то. Он по-другому это делает. Просто смотришь какую-то историю, какой-то рассказ. Out, queen out. Both phenomenal. Both went at each other. Head-to-head, the big homie, little homie, so teacher and student. There's always a nice clash because people are like, oh, maybe the student beats the teacher, or the teacher still is the big person, you know. Для меня Фабрис один из вдохновителей. Я смотрел его видосы, наверное, 2013 года.
Топ-3 мастер-классов я получил вот у него 5 лет, 6 лет назад в Китае. До сих пор всю информацию, которую он давал, я где-то ее использую, и это очень полезно. Просто в 2013 году, 2010 году это был самый сочный хип-хоп такой, знаешь, на слоге. Да, это да, у да. него было. Да, он прям... Поэтому это он преподнес, так сказать. Свой. The hip-hop team was crazy for me. Those guys met from long time when they was kids and everything. I really appreciate the battle with them because I feel like a little bit of my wolf inspiration inside of them. Like I inspired them and they inspire me back. Good balance team between combo, power, flavor, relax, line, and I'm both of them, so I feel good. Yeah, really. Я вообще-то практически был на всех гориллах Style Wars. И за все разы я не видел, чтобы брейкеры так были подготовлены. И они прям пришли с настроем забирать, это чувствовалось от них. У бибоев было все настолько отработано, что вообще нет каких-то вопросов. Собранные. Собрано, да, очень крутой подход был. They never made it a showcase. They made it a battle. The breaking team always was straight in your face. Some team performing for the crowd. You're in a battle. It ain't about the crowd, it's about your opponent. Do moves in your style to get the audience into you. Before the battle, we training a lot for the routines, a lot of rounds, and when we get made it, so happy. В начале ивента сегодняшнего не верили, что брейкинг выиграет, но после первого батла, когда мы вышли, показали, что умеем, начали в зале кричать, походу сегодня выиграет брейкинг. Мы подготовили там 6 рутин, у нас были четко поставленные раунды, мы знали, кто за кем выходит, то есть у нас был полноценный план батл, вот, по которому мы шли, гнули свою линию, как бы не плясали под чужую дудку, и это сработало.